Теперь. Александр, Александр, я, знаете, положился на память, если ошибся, это самое, то это значит, что пришло через третьи руки даже вот эти фотографии. Но там была Александрова, значит, видимо, это вы с Калининграда. Ошибся, извините. Так вот, что-то припоминаю. Итак, начали бурную деятельность. Вначале, когда я фамилию еще не разгадал, а потом догадался, что это Калининградская область. Так, я подумал, наверное, тут близкие грунтовые воды. Или, может быть, все-таки по железу, ну, крутовато, корни могут замерзнуть. И сохнуть будут легко, трудно поливать. Это вот пройдет пару лет, корни уйдут туда, в самый низ, там уже нормально. Но душа не лежит, сильно, по-моему, перестарались. Это сколько надо было завозить? Хорошо, если это все расплывется. Вы начнете садить, они начнут расползаться, то еще ладно. Но тут, оказывается, нет. Тогда остаются варианты какие? Ну, высокий снеговой покров, вынужденный. Потому что, значит, те же абрикосы сопреют. Но я не, если я не ошибся, если это Калининград, то откуда там высокий снеговой покров? А? В общем, крутовато. Вот это вот моя реакция. Прислал мне Троценко Павел. Он обнаружил это где-то в ВКонтакте. ВКонтакте. А я это, не всегда не такой грамотный, как он. Вот. Вот это вот интересно, да? Вид с другой стороны. Вот и за косточки посажены. Так. Колодец. Уже судя по колодцу, ну вам повезло, абрикосы расти будут. Раз метр, 2 метра, 3 метра, 4 метра. Ох, тогда получается все-таки крутовато. Их легко сделать пологими, стоит только захотеть. Вот так вот, волной такой. Крутовато. Сохнуть будут, и если вдруг мороз, то замерзать корни будут. Вот. А там было написано Александра. Я догадался, что это Александрова. Да? Пока посадили 140 штук, собираем бутылки с открытыми крышками, чтобы дышали. Сегодня мне звонок был, и мне сказали, где эти крышки, вот они. Мне сказали, а с закрытыми или с открытыми? И я ответил так, это учеба. Значит, берем, накрываем крышку, у меня там ниже фотография, дойдем ли, я не знаю, не помню. У меня уже проклюнулись под бутылками, которые на земле бутылки. Вот которые в воздухе, то есть скелетные брюки под полиэтиленовыми мешочками, те еще спят. У нас вообще еще все спит, только вот почему-то груши начали зацветать. Раньше абрикосы. А все остальное спит. Ну, черемух они в счет. Смородина не в счет. Это ранние овощи. А вот что касается абрикосов спят, и слив. А вот там, где я накрывал у земли, прямо на земле, бутылками без дна, там уже зазеленели, да, почки. То есть я иду небольшим опережением. Это значит, что именно моим прививкам хватит времени до зимы созреть до конца, до полного конца. Вот цена этих бутылок. Теперь так, мне задали вопрос, отвечаю. Значит, ну, я уже как магнитофон говорю. Да, лучше регулировать с помощью крышек. Например, холодно, крышка закрыта. Но нормально все полито. Когда вы находитесь рядом, вы можете, когда пошел дождь, крышки открутить, хотя представляю, целый час откручивать, а потом час закручивать. Вот. Я держу закрытыми, ответил я. Но если вам не лень, если у вас 10, 20, 30 бутылок, вы крышки открутили, когда идет дождь, или когда наступила сильная жара, чтобы там не было перегрева. В остальное время крышки закрыты, когда холодно и когда вам некогда. То есть, когда вы наездами. Вот короткий ответ с крышками. Вода открываем, дикая жара открываем. Так, идем дальше. С Александром. А, тут еще что-то. Снят, земля для грядок, снятый дерн. Ну, что же, значит, интересно, что вот дерн, да? Если, конечно, он перепревает, это такая жирная земля получается, очень ценная. Но я предпочитаю дерн, если брать готовые саженцы, садим готовые саженцы. Лучше им
его использовать как удобрение, но только подальше от этого. И чтобы не, куча вот эта, не, хом не превращался в яму. Так.